Харассмент. Не спите в метро. Вы спите в метро? Пишем глаза огонь. Май Нивны с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией Сибирского. Я его очень давно смотрел сам. И я, честно говоря, вообще забыл про этот канал. Не в обиду Сибирскому. И получается, что захожу на канал, и я просто... Я, во-первых, сначала его не узнал. Он мне в рекомендации попался. Он очень поменялся. Очень поменялся. Но давайте, вы тоже недавно просили его посмотреть. Погнали. Всем привет. ПВК, цифровая амплитация мозга. Да. Если человек заболевает, его кладут в больницу. Если нарушают... Вот это начало, блин. Что в больницу класть кого-то? Закон, то его садят в тюрьму. А если человек сходит с ума, то волей-неволей он оказывается в ВК-клипах. Это такая санитарная альтернатива рисованию именно стенах. Менее вонючая, но более дурацкая. За что я люблю клипы ВКонтакте, так это за разносторонность. Нас учат... А клипы ВКонтакте живые? Я просто не знаю, я же ВКонтакте не сижу. Я уже не сижу ВКонтакте уже сколько лет. Портить тысяч. Отношения не только с окружающими людьми, но и с близкими тоже. Например, такие люди, как Владимир Образцов. Фамилия говорящая, потому что он дает нам образец своего поведения. Эта фамилия похожа по отцу, а по матери он Кринжинцов. Он дает нам уроки пикапа. Привет. Ой, уроки привет. Пикапа. Это не футболка? Да. Ты бы на мне классно сидела. И после этого лавочка сломалась от невероятной смысловой нагрузки этого видео. Хотя вопросов остается много. Например, зачем ему вторая футболка? И есть ли у него подкаты про другую одежду? Извините, вы случайно не ботинки? Нет, а что? Я бы засунул в вас свою ногу. Знаете, в этом мире столько злых и черствых людей. Хорошо, что мы можем их знать в лицо, ведь они сами все это публикуют. Ты случайно не футболка? Нет? Существуют вещи, на которые можно смотреть бесконечно. А к следующему ролику это не относится. Да. Я бы на его месте зашел за угол и убежал. Я только что не понял. В чем логика? К следующему ролику это не относится. Я не понял. Посмотрели волосы, и он такой, что? И он ушел. Я бы на его месте зашел за угол и убежал. Девушек на свете много, а ты у мамы один. Ага. Зачем он отошел за угол, чтобы намотать толстовку на кулак? Я чтобы противнику было мягко и уютно. Знаете, что я понял? Женщина... Что? А, типа она в конце разобралась? Что сейчас за... Что это? Знаете, что я понял? Женщина — это главный атрибут любого уважающего себя ВК-клипера. Ладно. Атрибут, потому что за людей они их, естественно, не считают. Вот что здесь произошло? У парня очень плохое распознавание лиц, когда девушка сняла очки, он ее перестал узнавать. Да ты делал мою девушку? Кто ты? Следующий ролик – наглядный пример позитивного регресса. От традиционных отношений между женщиной-человеком и мужчиной-человеком к... Да. О, машинка уга-уга-буга. Унга-буга! Как он понимает? БМВ слишком идеальная. Это он просто на ней еще не ехал. До СТО. С проливающимся маслом. Не понимает он еще ничего. Понимает, что они там меркантильные и так далее. Он типа их сканирует, как терминатор. В таком случае это объясняет теплые чувства к машине. Ты что сразу сосаться лезешь? Вдруг ей еще нет 18? А скорее всего нет, но это одна из новых. Поэтому нет 18-й машине. Сесть в тюрьму сразу. 1000 пробега. Дурак, проверь техпаспорт. Этот чел наверняка из тех, кто на форумах по правилу 34 спрашивал, как размножаются тачки в мультике «Тачки». Когда кто-то говорит тебе, что в мире мало добра, просто отправь его по следующим хэштегам в клипах ВКонтакте. Добро, социальный ролик, социальная помощь, дети, люди. Он поймет, что его немало. Я слышал, дети и люди — это отдельные категории. Дети и люди. Просто закончилось. Что ты там украла? Отдай. Это для мамы. Врунишка, пошла отсюда. Твоя мама больна? Да. Я заплачу. Возьмите деньги. Стоп. С каких пор стало нормальным передавать детей незнакомым усатым мужикам за деньги? Мы так без денег останемся. Добро возвращается. Ты голоден? Принеси еды. Папа, сколько можно? Хватит помогать. Все вернется.
кто же знал, что иногда добро возвращается в виде сердечника? Как это? Я вообще не понимаю, что происходит в этих ВК-клипах. Что? Что там происходит? Что? Там какое-то безумие. Все оплачено. Вот бы все в жизни так же легко делалось. Девочка с золотым макбуком 2. Ручная работа, между прочим. Третью часть не просите, слишком затратно. Сейчас я вам покажу, что произошло бы, если бы Райан Гослинг не умер в конце драйва, а переехал в Ростовскую область на ПМЖ. Реально Райан Гослинг. Ну что, бабуль, с вас 30 тысяч. А как бы смотрелся ролик, если бы раздавили не овощи, а бабку? Нет, нет, не надо! Нет! Не, ну мы, короче, поняли. Есть два типа людей. Те, кто любит играть во Fruit Ninja ногами, и те, у кого образование столяра-плотника и законченные курсы по древообработке. Промежутка нет. А ведь столяр даже вывел ее бизнес на международный уровень. Видите, написано... Фруит. Теперь пиндосы покупать будут. Если вы еще живы, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал и поставить колокольчик. Я живой, кстати, ребята, все уведомления, естественно. Иногда ВК-клиперы понимают, что визуал недостаточно проникновенный, и тогда в ход идет оружие, которое они также до конца не освоили. Слова. Парень бьет девушку на улице. Все проходят мимо, никто не вмешивается. Это для тех, кто читать не умеет. Блин, они позаботились даже о младенцах, получается, практически. Сори, мне еще 10 кошагов находить надо. Равнодушие самое страшное, что может быть. А если бы это была твоя сестра, мать? А если бы это твоя мать избивала твою сестру, то ты бы подошел? А если бы это был Иисус? Если бы это Иисус избивал твою мать, ты бы вмешался в Божий промысел? А если бы это твоя мать избивала Иисуса, пока сестра смотрит? А если бы тебя избивали твоя мать с сестрой, Иисус бы подошел? Вот и думайте. Следующий ролик мог бы для всех нас стать жизненным уроком. Мог бы, но сегодня у нас только ВК-клипы. Мощный протеиновый перекус, калорий 1005 не меньше. Нет. Поздравляю, вы забыли ребенка в спортзале, и теперь его воспитанием будут заниматься дикие качки. Вообще не советую. Тебе станет самым сильным, тупо ягачат ребенок. Оставлять малыша в таких местах, там постоянно падает что-то тяжелое. Вы просто рискуете стать матерью ангелочка в буквальном смысле. Следующий клип встречает нас с претензией. Описание гласит: ты кто? А ты кто? Какова мораль? Когда ты падаешь с деньгами, одна будет поднимать тебя, а вторая деньги. Поэтому нужны две женщины. Полигамия. В клипе ВКонтакте есть люди, которые решили, что достигли какого-то просветления. Прошли жизнь. Почему чужие привычки — это зло, и их ни в коем случае нельзя подсматривать? Где-то в 2017 году я увидел одну прикольную привычку — вставать в 5 утра. Ну, я парень простой, увидел, записал и повторил. Знаете, повезло этому любителю повторять, что он увидел именно этот ролик, а не, скажем... И только спустя 4 года я поймал себя на одной мысли, что когда еду в метро с утра на работу, я просто сплю. И бывает даже стоя. То, что подойдет одному человеку, может совершенно не подойти другому. Не знаю, как вы, но я... Ну, это еще не самое плохое видео. Объективно, тут частично можно даже согласиться, что особенно в это время, когда все такие хотят быть про успешный успех, про мотивейшн, когда люди насмотрятся этих видосов про мотивацию, и такие: все, я буду вставать каждый день в 4 утра и делать... что-то, то, в принципе, ладно. Тут, да, есть в этом правда. Мне стал слушать советы человека, который на полном серьезе рассказывает, что ему пришлось подсмотреть идею вставать в 5 утра, у которого ушло 4 года на то, чтобы понять, что ему не нравится вставать в 5 утра. Ну да, 4 года, это, конечно, сильно. Чтобы, в принципе, разблокировать такую опцию, ему пришлось ее записать. Блин, повтори, пожалуйста, как там было еще раз? Вставать 5 утра. А пятерку цифры или буквы? Я забыл вам передать интересную информацию. Я хочу расширить штаб веб-шпионажа, чтобы ролики выходили чаще. Мне нужны ваши навыки ресерча, монтажа, создания обложек и не только. Проверяйте, какие еще есть анкеты по ссылке в описании, выбирайте, какие вас интересуют, и заполняйте их. Вы же хотите ролики чаще? Хотите. А вы тоже в детстве любили представлять себя милиционером, врачом, президентом и делать вид, будто это все взаправду? Тут вот мужчина представил себя женщиной с ребенком. Чем заниматься в декрете, найти можно, если есть желание. Я понимаю, какие-то первые месяцы там тяжело, потому что ребенок без конца весь...
но потом уже все. Вообще удобно он это устроился, да? Рассказывает нам что-то. Не сказал бы, что там потом все. Мне кажется, ребенок до 2-3 лет, это прям вообще он всегда возле мамы. С умным видом, а сам наверняка еще ни разу не рожал. Как я узнал? Да по глазам видно. Нет в них, знаете, материнской любви. Разгрузить как-то себя реально. Сходи на площадку, на детскую площадку, там наверняка есть такие же мамочки. Ну, скорее, если с ними договорись. У тебя депрессия? Иди вон комедию посмотри. На детской площадке посиди, сходи. В ноут потыкай там. В общем, советы от мужика беременным женщинам послушали. Теперь ждем советы по финансовой грамотности от бомжа, советы о силе воли от наркомана и советы о том, как бегать быстрее всех от рыбы. Ладно, говорите о материнстве, не рожавшей, еще допустимо. Беременные ходят вон по улице, можно еще что-то подсмотреть, аналогии выдумать. У нее живот, у тебя живот, правда, пивно-пельменный. Другое дело, когда тебе пытаются рассказать о вещах, которые в глаза не видели. Про это не говорят в книгах. Даже страшно подумать, про что про это. Я прочитал более 100 книг по саморазвитию, и знаете, что понял? Что все эти книги не дают ответа всего лишь на один вопрос, как. В них содержится, что нужно делать, но нет ответа как. Если тебе интересно, пиши цифру 2 в директ, я тебе отправлю видео и расскажу, каким образом это можно сделать. Главное, не перепутай. Отправишь 3, и я скину тебе. Про единицу даже не спрашивай. Это только по праздникам. И 5 звезд в приложении, пожалуйста, поставить не забудьте. Старшее поколение освоило технологии, вышло в интернет и изливают в него свой юмор. Определенного внимания заслуживает жанр скуф. Ой, тут, конечно, видосы великолепные, как в ВИПах. Это ужас. Это, наверное, худшее место с видосами. Типа, если вспомнить ТикТоки и шорцы, то там намного лучше. Русского юмора. Вот мы с вами шутим шутки в интернете, да? И вот неужели нас всех ждет то же самое? Слушайте, если у них туалет предназначен для секса, то какой же запах у них стоит в спальне? Наверное, тот же самый, что и в комментариях под этим роликом. Ведь в нем собралась целевая аудитория таких скетчей. А эта крашеная швабра вполне способна на такое. Будь осторожна, дурочка. Ведь она уже увела своего супружника из семьи. Жена и левак одинаковы оказались, так? Муженек, ну ты даешь. Так нельзя. Вам самим не стыдно за то, что вы делаете. Знаете, как говорят? Слово серебро, молчание золото, а Тинькофф платье. Ой, это автор покушает. Одобряемо, одобряемо. Вот этот автор тоже покушает. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но у Майнишоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Можно даже сказать, что в ВК-клипах есть целый раздел скуфского юмора, где толстеющие и лысеющие мужчины за 30 пытаются казаться смешными. Че вы на меня уставились, а? Мне еще рано. Ты он еще не лысеет, как минимум. 300. А я, Наташа, бизнес. Вот я лысею, но не толстею пока сильно. Ну, поэтому все, и видите, мне тоже рано. Придумал. Это обычные палочки, а мы будем выпускать цветные. Девчонки же любят все такое. И назовем Андрюшка. Почему Андрюшка? У меня прадеда так звали. Хочется что-то вот в честь него назвать. Предложение на самом деле хорошее. Ага. Денежку не стебую. Почувствую, как Андрюшка лезет тебе в ушко. Открываем бизнес, мы будем делать... Вы вот этому мужику, главное, не рассказывайте про другие такие рифмы, вроде Андрюха, мужской детородный орган тебе в ухо, и особенно про Федоту, кочерышку в попу. Сохраним этим людям жизнь. Если вы хотите, прекрасный не дай рифм, бог, прекрасный еще рифм. Одно видео про клипы ВКонтакте, давайте наберем 100 тысяч лайков. Олежа Продакшн. Супермен, мир в опасности. Срочно нужна ваша помощь. Но я вообще-то занят. Зайдите позже. Ну все, я освободился. А, нет, меня женщина ждет. А потом футбол. Думаю, мир может и подождать. Заходите завтра. Что поделать, Супермен тоже в итоге оскуфился, и теперь его криптонит — это отсутствие алкоголя в крови и пельменей в пузе. И вообще, я уверен, что смех в этих видео должен быть наложен. И тогда он станет смешным. Вот, давайте проверим. Ну все. Вообще идеально. А, нет. Меня женщина ждет. А потом футбол. Думаю, мир... Может, заходите завтра. Идеально. Вы видите, идеально. Другое дело. Ладно, комедию мы увидели. А где драма? Комедия, драма. В том, что мы... Драма в том, что он не помог людям, которым нужно помочь. И где-то люди страдают. В этом драма. Посмотрели. Задумайтесь. Скетчи — это особая ВК-клиперская ниша. Тут люди пытаются, просто пытаются. От слова «пытка». О-о-о!
Если вы ничего не поняли, то я вам поясню. А типа язык, типа, или что? То у мужчины редкая болезнь. Синдром отваливающегося сосисочного языка. Больше всего от нее страдает жена. Дорогой, мне плохо, уже 3 часа ночи, можно я пойду в кровать? Нет, дорогая, давай снимем еще 10 дублей с сосиской и вилкой, я чувствую, что это станет популярным. Что, к чему вообще этот ролик? Я не понимаю, что происходит там. Вот реально, что там происходит? Можно вопрос? Да как так-то? Аля, у нас есть сосиски! Но, как обычно, не все зрители остаются довольными просмотренным. Однажды вы забудете, на какой цвет переходить дорогу. А дальше у нас высшая лига. Хитмейкер, так сказать. 14 лямов просмотров, 70 тысяч лайков и куча комментов. Хитмейкер. Все очень довольны. Что я делаю не так? Вот он, настоящий скуфидон. Это он. Если скуф это спектр, то он его максимально... То он призма. Он призма, который расщепляет любой свет на этот спектр. Реальное значение. В этот шкаф еще интернет провести, чтобы в танки, в танки играть, да. С крафтовым пивом. Можно даже в Тарков иногда. Можно вообще не вылезать. Хотя с таким инженерным талантом он мог строить ракеты. Мир потерял очередного опенгеймера. Как мы поняли в прошлый раз, в ВК-клипах очень популярен формат социального ролика. Чтобы привлечь внимание, авторы делают ставку на чувство ответственности, совесть и справедливость в человеках. Имеется в виду на их отсутствие. Смотри. Это кто такой? Не знаю. Инвалидов нам еще не хватало тут на районе. От него срочно надо избавляться. Пойдем. Иногда страх толкает людей на ужасные вещи. В данном случае это страх конкуренции. Ладно, я не ожидал. Это хорошая шутка. Это очень хорошо. Блин. Куда идешь? А я иду к бабушке пироги отнести. Она здесь недалеко живет. Так мы сейчас тебе короткую дорогу покажем. Да, давайте. Не ищите тут морали, панчлайна, такая открытая концовка. Авторы клипа как бы говорят нам, ну и бахнули его, короче, за гаражами. Вот, что думаете? Судя по хэштегам, место действия Ярославль. Правильно они поступают. Видимо, тема для жителей этого города актуальна. Ясно. Ярославлянцы, пишите, сколько вы сбиваете инвалидов в день с ног и сколько спускаете по лестнице на инвалидной коляске. Посмотрим, ужас, насколько вы приблизились к моему рекорду. В следующее видео поднимают очень важную тему слепоты. Слепоты по отношению к последствиям своих действий. Видите, на лице этого парня эмоция. Это радость. Радость от того, что он не дал ВК-клиперу выбраться на свободу из-под земли. А блин, только сейчас дошло, что парень, который толкнул уже слепого, спас его от закрывающейся двери. Я думал, он его толкнул в вагон, и тот теперь опоздает на встречу для людей, которые притворяются слепыми, чтобы снимать свои дебильные видео в интернете. Честно, так и думал. Вообще-то я на андроиде сижу, да, это во-первых. Во-вторых, у меня там фотографии с моей усопшей бабушкой. Как я их перенесу теперь на новый телефон, скажи? А облако надо иметь, чтобы после пранков не страдать. Облако. Облако это полезно, ребят. Храните вещи некоторые на облаке, особенно фотографии. Бля, в итоге парень обрадовался тому, что ВК-клипер на самом деле не инвалид. И теперь-то его можно... Социальный эксперимент. Опа, полетел, смотри. Ты чё? Ты чё? Ты чё делаешь? В ходе эксперимента мы выяснили, что люди злятся, если кинуть их технику в озеро. Удивительно. Это невозможно. Смотрите, что ж тут твой брат? Да ладно! Ты что наделал? Да ладно! Держите я тоже, смотри. Это мне? Спасибо, да! Я вот так и не понял, что хотел этим сказать автор. Наверное, что любой... Пранк! Вот это пранки, ребята. Блин, крутые пранки, блин, вообще класс. Пранки классные. Не оправданы, если урегулировать их в досудебном порядке с помощью взяток пострадавших. Да ладно, подстанова, не думаю, ну так сидят с ноутом возле озера. Дружок, ты даже представить себе не можешь, с какими вещами могут сидеть возле озера. Не зря оттуда потом вытаскивают велосипеды, коньки, кирпичи, привязанные к трупам. Если так подумать, у телефонов кирпичи есть всего 2 применения. Слушай, да брось ты уже этот телефон, иди хоть книжку, не знаю, почитай. Бросить? Ну ладно. Ну вот, папа, бросила. Погубила. Их либо разбивают об пол, либо снимают на них ВК-клипы. Еще неизвестно, что наносит больше повреждений устройству. А вообще нечего этими колдовскими штучками пользоваться. Я вот скроллю не ленту, а берестяные манускрипты. Следующее видео для тех, кто задается вопросом, откуда у них деньги.
Ой, смотри, какой молодой, может, поможем? Да ну, не все одинаковые, все равно пропьет. Да ладно, у меня есть много денег, мне беднее. Потратим сумму. Можно мне телефон на эту сумму? Можно мне телефон? Сколько, на 500 рублей? Сколько он там положил ему денег? На эту сумму. Спасибо. Мне только коробка нужна. Для пранков. Вообще, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он выловит себе айфон из того озера. Дай человеку по лицу, и он перестанет приставать на улице к людям со своими пранками. Вы не задумываетесь, почему они так любят снимать в метро? Видимо, такие светлые идеи приходят только под землей, где мозгу не хватает кислорода. Опять харассмент. Не спите в метро. Вы спите в метро? Пишем глаза огонь. В дурдом. Это я сейчас поеду. Поеду в дурдом. В дурку. В дурку. Пора в дурку. Они дерутся как во сне. Движения такие медленные, спокойные. Может, это видео — это только сон? Нужно лишь постараться проснуться. Только не перестарайтесь, а то потом придется просто уметь. Че, твоя сумка? Сюда дал. Дерзко? Мне нравится. Насилие со стороны полиции. Класс. Круто. Отлично, супер, круто, класс, замечательно, прекрасно. Что реально происходит? Кому это интересно? Реально, я не понимаю. Это же отвратительно, это ужасно. Это хуже, чем все. Я хотел сравнить с чем-то, но мне не с чем сравнивать. Понимаете, открытки в WhatsApp с блестяшками, это хоть мило от бабушки получается. Ну, они странные, но милые. А вот это кому может нравиться? Прикольно, здорово, братишка. Сразу видно другого полицейского в комментариях. Думаю, чтобы снять ВК-клип, нужен где-то час. А чтобы осмыслить ВК-клип, нужно очень не любить свой мозг. О, это продолжение тренда о людях с инвалидностью. В этот раз глухие пересеклись в раздевалке и объяснились друг перед другом с помощью языка жестов. Вообще, почему, когда женщина подглядывает за мужчиной в раздевалке, то это мило? А когда наоборот, то Кирилл, пожалуйста, выйди, все может вернуться бумерангом. Хэштег социальный ролик. Как-то не работают ваши бумеранги, я вот все жду-жду, а с вами все в порядке. Девушка, здравствуйте, познакомимся? Как мы видим, если долго рыться в мусорке, то можно найти ключи от авто. Я вот не понял, это видео оно предлагает... Я вообще не понимаю, такой идиотизм просто полнейший. Насколько это возможно? Это один каждый ролик хуже другого это просто. Это знакомиться с людьми, вылезающими из мусора. Не, ну с Алей я так и познакомился. Я как-то шел мимо мусорного бака, в который магазин с пряжами выкидывал непроданный товар. И оттуда вся в свитерах выскакивает она. Ладно, если вам этого недостаточно, вот краткий пересказ от компетентного человека. Он с мусорки выпрыгнул и просит познакомиться, и она отказала, потому что красивая девушка не должна соглашаться на такие предложения. И он же вроде поднялся, но не должен гадить человеку, который зарабатывает деньги, и не только человеку, но и засорять планету. Все самое интересное началось, как это обычно бывает, когда в конце начали появляться голые немые люди. Это просто он с помощью грудной азбуки Морзе пытается дать ей понять, что ему нужна помощь. Тут Сос. Не просто подкат. Девушка не против. Боюсь представить, на сколько пунктов УК тянет просто подкат. Такой подкат не против только мужчины получить. Голых мужчин только надо видеть другие голые мужчины. У меня есть такое ощущение на самом-то деле. Будем честными. Кому мы еще нужны, кроме других мужчин? В ВК-клипах собираются серьезные, компетентные люди. Юристов мы уже видели, тут они тоже есть. Тут уже статья. И врачи. У девушки лордоз поэстичный. Искусствоведы. Какое ублюдок. Атеисты. Я не верю в это. Все здесь. Я решил для себя выделить особый вид ВК-клипов. Он называется Серега Северинов. У Сереги все просто. Что-то куда-то вставить, за девчонкой подглядеть, похихикать. Но главное, естественно, чтобы было не смешно. Это его конек. Нестор Новоселов пишет: не смешной клип. Нет, смешной.
Смешно, я говорю. Вот тебе в хэштегах написали, хэштег юмор. Юмор. Юмор, смешно. Может, это ты не смешной? Кто-то даже узнал девушку из видео и успел разочароваться в ней. Да уж, не ожидала такого, Алина. Очередной юмор для деградирующих подростков. Даешь более тупой юмор для животных. Ладно, раз вы так просите. Мне кажется, как раз подростки такой юмор не смотрят. Вот реально, мне кажется, как раз подростки такое не смотрят вообще. Они смотрят часовую версию крутящегося банана под смешную музыку. Или вариант второй, они смотрят шрексофон, часовую версию. Вот, вот такое они смотрят, да. Вам еще? Ты долбач два крестика подряд поставил. У тебя самый тупой канал. Если тебе плюют в спину, значит ты впереди. Вот он, знаменитый гендерно-нейтральный туалет. Только инструкцию по пользованию для девушек на дверь забыли повесить. Вот она и обескуражена этим чудным устройством. Видите, он даже проследит за качеством обслуживания. Осталось добро в людях. Конечно, круто иногда провести время в компании приятных, умных и смешных людей, но я пожертвовал всем этим ради данного ролика. На этом мой рабочий день окончен. Да, хех, да, да, конечно, вы как випы, это, конечно, да. Понятно, ясно, все ясно, что не ясно, все ясно. Ребята, ссылочка на Сибирского в описании, приходите, подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Всех люблю, всех целую.